Весна – самая горячая пора для дачников. В Волгограде утвердили площадки, на которых можно приобрести саженцы, семена и рассаду. Наиболее активный период торговли, по традиции, стартует с наступлением теплой и солнечной погоды. Она необходима для высадки теплолюбивых садовых растений и деревьев. Площадки для продажи сеянцев и рассады включены в схему размещения нестационарных торговых объектов. Приобрести необходимые товары дачники смогут в Тракторозаводском, Краснооктябрьском, Ворошиловском, Кировском и Красноармейском районах. Все торговые объекты будут соответствовать необходимым условиям и требованиям безопасности. В Волгограде утвердили и места для проведения специализированных ярмарок. Они расположены на площади Дзержинского в Тракторозаводском районе, улица Григория Засекина на границе Кировского и Советского районов, а также на улице Плеханова напротив дома номер 3А в Красноармейском районе. Приобрести посадочный материал волгоградцы могут на сельскохозяйственных городских ярмарках и рынках. Площадки будут организованы на территориях Центрального рынка и Народной ярмарки в Центральном и Дзержинском районах соответственно. На этих торговых площадках представлен широкий ассортимент саженцев и рассады от производителей из Волгоградской области и других регионов России. Наведение порядка в сфере потребительского рынка, в том числе в сфере уличной торговли, последние несколько лет – одно из приоритетных направлений деятельности властей. С 2014 года в Волгоградской области проводится комплексная работа по созданию и развитию здоровой конкурентной среды в сфере малого и среднего предпринимательства, повышению доступности и качества услуг для населения.